Начинаем сейчас вот работать. Сейчас принесу. Делаем обвязку, доливаем чашу по-нормальному, никак здесь вода не застаивала по углам. Убираем все лишнее, вот эти вот припарки. Коробку полностью сейчас вытаскиваем, да? Вытаскиваем коробку. Сейчас вот эту вот коробку буду ломать. Сергей Владимирович сказал, ломать. Ломать не строить. Да. Сломать мы все можем. Как построить, вот это вопрос. Вот убрались тут. Стены низ сенежем прошли. Чтоб нижние доски не гнили. Снизу. Сначала сенежем прошлись, потом мастикой. Сейчас вот опалубку делаем. И будем заливать. Так. Идет песок. Сергей Владимирович добывает песок. Вот такой вот трудоемкий процесс идет. Серега раствор замешивает. Убрали, чуть-чуть вот залили тут вот, вот так вот. Бордюрчик сделали. Ну, как-то так. Начало 9. Давай. Сергей Владимирович здесь 7 лет готовит. Сейчас позавтракаем. Будем выпьем кофе. Будем заниматься делами. И надеяться, что дождь пройдет. А то неохота в мокроте лазить. Хоть хорошо вчера напилили. Решим, что да как. Так, начинаем стройку бани. Сейчас вот бруски напилили, будем обшивать. Потом утеплитель. Да, цель надо было обработать. Вот. Я сейчас принесу это. Ага. We'll be right back.
Стены ровные, как пашня. Делаем, подкладываем, блядь. Карандаши ломаем. Да, я понял. Вот. Все ровно было. Чтобы... Вот, вот, вот такие вот у нас. Здесь. Выбили стекло. Зашили. Теперь будет глухая стена со стороны. И Елена Владимировна говорила, чтобы никто не подглядывал. Ну вот здесь вот у нас, вот с этой хренью проблемы. Сейчас вроде бы как... Проблема решается. Посидели, подумали. Сейчас посмотрим, как они решаются. Кубатурили. Ну а так вот в круговую сделали. Набили. Кому? Тот, кто сломал. Сейчас бы парились и парились.